Водитель рейсового автобуса номер 530, следующего по маршруту Пермь-Добрянка, совершил наезд на мужчину. По словам очевидцев, погибший правил дорожного движения не нарушал. В этом месте имеется пешеходный переход, нанесена разметка, установлены соответствующие знаки. Автобус следовал по улице Соликамской со стороны площади Восстания и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу слева направо по ходу движения автобуса. В результате наезда пешеход получил смертельную травму. Водитель доставлен в Мотовилихинское УВД. Мужчина утверждает, что пешеход внезапно выскочил на проезжую часть и затормозить возможным не представлялось. По словам инспекторов, вероятнее всего ДТП случилось по совокупности факторов. Неблагоприятные дорожные условия и элементарная невнимательность за рулем. Видимость значительно сокращается. И несмотря на то, что на данном участке установлен знак ограничения скорости 40 км в час, все-таки водители должны выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, учитывая при этом видимость направления движения. В ходе проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Кондукторы и пассажиров после тщательного опроса пересадили в автобус, следовавшим тем же маршрутом. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.